Снова мы с вами. Очередная серия. Как отрабатывать удары, ставить ударчики нокаутирующие руками и ногами, как мы уже поняли, на боксерских лапах. Не здоровых больших, а боксерских лапах. Смотрите, мы с вами отработали удары в голову, удары по ногам, лоу-кики, да? И также можно работать по туловищу. Как ты говоришь там, бодишот? Бодишот, yes, бодишот. Таким образом, смотрите, как мы изображаем печень. Самый классный удар по туловищу, это, конечно, удар в печень. Туда можно бить и рукой, и ногой. Вот чем мы сегодня с вами займемся. Изображаем печень следующим образом. Смотрите, мы подпираем правую лапу левой лапой. В одном направлении, смотрите, и левая ручка, и правая. Совмещаем их. Получается вот такая вот хреновина, напоминающая печень. Дальше мы всю эту конструкцию прикладываем к правому подреберью. И держим немножечко, кстати, под углом. То есть, как вы уже поняли, у меня торс такой конусовидный, да. И поэтому я вот так вот держу лапу. Вот так вот не держим. Немножко под углом, да. Чтобы ударчик, который вы будете добить, да, точнее, не вы, а ваш товарищ, чтобы он шел немножко снизу, да, так, по дуге по подходящей. Четко прям под реберье, прям туда цеплял. Что мы там арбатим, да? Левая нога, да, левая нога. Middle kick. Ха! Или чудо на ваш. Чудо на ваш. Давайте. Опа! Шар. И вспомнил лоу-кик, да, изнутри. Бац! Лоу. Бам. То есть, видите, я лапу успеваю быстренько переставить. Здесь поставил левую лапу, правая левая, сюда, по печени. Еще раз. Раз. Переставил сюда. Также можно, конечно, бить и правой ногой. Вот по этой стороне. Здесь у нас селезенка, здесь вот косточка. Чечка повернулся, получил по почке. Оп. Также, смотрите, держим ствойно конструкцию. И таким образом можно и здесь нарабатывать, и что-нибудь покомбинируем опять лоу изнутри. Пумс. Пум. Хорошо, лоу здесь. Пум. Печень. Там. Еще. Отлично. Все, друзья, отрабатываем. Пишем комментарии, ставим лайки, делимся с друзьями, подписываемся на наш канал. Чао.